Прив синева, мы возвращаемся в эпоху теплых ламповых видосиков, и тема у нас следующая. Две моих подруги-алкоголичцы отдыхали в Португалии, попросил их привезти оттуда что-то необычное, потому что много уже чего попробовал. В общем, какой-то экзотики местной, да? И они не подкачали, вообще совсем нет, никак нет, сэр. И привезли вот такую вот мандулу. Ну, что в ней интересно? Во-первых, в ней 40 оборотов. То есть, в принципе, это ровно то, что доктор прописал. Ну, во-вторых, что мне понравилось, ни одной вообще надписи на English на нем нету. Поэтому понимай, значит, как хочешь, что это такое в принципе. Ну, нарисованные этикетки, если я вот правильно понимаю, инжир, но пусть это не вводит вас в заблуждение, потому что написано «Aguardente de figa», то есть фиговое какое-то пойло, да, вот, звучит так. Всех моих познаний на португальском хватает ровно на то, чтобы вот прочитать тут внизу «Produto de Portugal», то есть в Португалии продувают людей, гайеры местные, да, которые это пьют, видимо, за руль не пускают. Ну, в принципе, после 40%-ного-то можно. Обонятельно это, ну, тот же самый вообще самогон, чача, арцах. Забыл, как граппа, ну, в общем, что-то такое плодово-выгодное. Но чем именно пахнет, хоть убей, сказать не могу. Если вот не этот инжир на нем нарисованный, я бы, ну, может быть, подумал на какую-нибудь сливу или абрикос, что-то такое. Но в целом этот запах, он не обещает ничего плохого, не предвещает беды. И я думаю, что мы сейчас отлично, значит, прямо-таки занырнем в эту экзотику, потому что, ну, очень-очень надо. К старту готов? Хорошо, это хорошо. Вот 40 градусов, а ядрюч, как будто сильно горюч. Не сказать, что легко пьется, но все ягодные дистилляты, вот все, плодовые ягоды, все пьются тяжело. Исключением на моей вот памяти была только одна чача, совершенно свирепая, привезенная откуда-то из Куитаиси, что ли. В общем, вот она пилась легко, но от нее башка ломово болела на утро. Но в целом, вот для них, для всех характерно, что вот так вот накатом с горла пьется оно не очень, и с него, ну, тяжеловато первое ощущение. Но вот сейчас прошло там сколько-то секунд, 10, может, 15, пока я пиздел. И вот этот вот фруктовый привкус, намного более ярко выраженный, чем через запах, он абсолютно приятно вот сидит где-то здесь в душе. И даже вызывает желание накатить как бы еще небольшой глоточек. Ну как, это по проторенной-то дорожке-то оно всегда лучше заходит. В общем, жадно жрать из горла оставь затею. Ну, может быть, это самовнушение, потому что я знаю, что я приехал вот откуда-то там. Для меня Португалия достаточно южная страна. Но мне кажется, вот приятно будет в такую мерзотную зимнюю погоду сидеть и смаковать маленькими глоточками из кондешницы. Хотя, блядь, господи, кого я обманываю? Мы все знаем, что это разъебу прямо сегодня вечером. Поэтому ладно, дорогие мои друзья. Оставайтесь на канале, лайкайте там или дизлайкайте, на самом деле, мне очень хуя. Главное, что я обещаю, вне зависимости от того, будете вы лайкать там или делать вещи какие-то обратные, по-прежнему выходить на связь и рассказывать вам о разном бухле.
Материала очень много, времени катастрофически мало, но сейчас будут новогодние праздники, я исправлюсь. Чао, Буратино.